Иди сюда. Создадим образ богатой малышки. Подрисуем глазки. Лабракадабра. Роскошный конвертик. Держи, папочка. Папуля, давай играть. Я не могу разорваться. Догонялки. Это невыносимо. Ух, я не успеваю убирать. Дети постоянно мусорят. Папуля, нам скучно. Поиграй. Поиграй. Пап. А, дай немного кэша. Держи. О, крутяк. Подержите ее. Это не входит в мои обязанности. Одному мне не справиться. Есть идея. Алло, мне нужна помощь. Кто там? Няня спешит на помощь. Я Хейли. Я замерзла. Скорее одевайся. Верхняя юбочка. Платье готово. Не забудь туфельки. Какие красивые. Твой фартушек? Thank you. Очень профессионально. А моя прическа? Расчешем волосы. Great job. Пора на работу. Хейли уже здесь. Hello. Вы няня? Yes. Это малышка Мини. Позаботьтесь о детях. Okay. Привет, милая. А я наконец-то отдохну. Какая милая крошка. Сменим тебе памперс и грязные пеленки. Эй, ты куда? Сейчас будем чистенькие. А теперь в кроватку. Засыпай, малышка. Она такая лапочка. А где другие детки? Девочки, я ваша новая няня. Нельзя так себя вести. Они совсем меня не слушают. Моя голова! Папуля, ты куда? Ого, вот это детки. Эй! Ага. Я Хейли, новая няня. И что? Эй, постой! Эй! Как же найти к ним подход? Возьмем картон. Немного магии. Вырежем по контуру, сложим коробочку. Наполним порошком. Запечатаем пачку. Время для стирки. Отдай, это мое. Есть идея. Разыграем няню. Водичка. Это пока спрячем. Няня Хейли занята уборкой. Наконец-то чистота. Стейси упала в бассейн. Она тонет. Help me! Скорее, идем. Она здесь. Без паники. Малышка, держись. Я иду. Стейси, где ты? Давай. Go! Ей понравится. Ого, сколько пены. Help! Я тону. Ставьте лайки, чтобы спасти няню. Мисс Хейли, как это случилось? Человек за бортом! Хватайся! Мистер Рич! Вау, как трогательно! Что произошло? Мэйси сказала, что Стейси тонет. Это все вы! Опс! Вы наказаны! Не надо, они просто играли. Please. Можно это взять? Снимем колпачок. Смешаем краски, покроем акрилом, вложим отделение, милые наклейки. С любовью от няни. Рокси уже опаздывает. Эй, ты кое-что забыла. Держи, Хейли. Thank you very much. Hey. Рокси, не надо меня провожать. Oh my God. Мы уже на месте. Я уже не маленькая. Bye. Это мой краш. Какой он красивый. Джимми, король школы. Hello. Привет, детка. Удачного дня. Bye-bye.
мой, это же ланч Рокси. Эй, милая! Эй! Ты забыла свой обед? Ты меня позоришь! Ты мне не мама! Не нужен мне твой ланч! Ой, что же я наделала? Эй, Рокси! У меня тоже есть ланч. Угощайся. Thank you. Какая удача. Возьмем кейс. Покроем золотом. Установим кодовый диск. Добавим ручку. Сложим деньги. Установим код. Богатство под надежной защитой. Мне все надоело. Меня никто не понимает. Дурацкий сейф. Никто не смотрит? Себастьян спит? Ага. Есть идея. Денежки мне пригодятся. Идите сюда, мои хорошие. Возьму все. Что ты делаешь? Мы сбегаем из дома. Даже не знаю. А если так? Другое дело. Мини тоже забираем. Пойдешь с нами, крошка? Пока-пока. Несносные детишки. У меня есть план. Тихонечко. Что тут произошло? Нас ограбили? Дети пропали. Холодненькое. Можно трубочку? Возьмем ножницы. Снимем колпачок. Ставим заглушки. Бинокль поможет в поисках. Рокси с девочками уже далеко. Наконец-то свобода. Идем. Где же они? Нужно организовать поиски. Извините, вы не видели девочек? Где там наши богатые малышки? Денежки идут ко мне. Рокси, мы заблудились. И правда. Где это мы? Руки вверх! Ой! Он выглядит знакомо. Отдавайте деньги! Денежки мои! Я ничего не отдам. А ну, отстань от нее! Нет! Это же Себастьян! Получай! Злой дядя уже ушел. Поверить не могу. Ну и приключения. Разложим детали. Возьмем трубочку. Наденем на основание. Скрепим вместе. Раскусим палочку. Соберем колеса. Серебряная эко-кожа. Вуаля! Мягкая основа. Прикрепим к механизму. Роскошная коляска готова. Я в шоке. Полиция! Для этого есть телефоны. Алло, приезжайте скорее. Кого арестовать? Что случилось? Он пытался украсть деньги. Попался, голубчик. Мои девочки были в опасности. Папочка уже идет. Столкновение неизбежно. Мистер Рич! Папуля! Что с вами? Мне нужно в больницу. Как там папа? А вот и мы. Папочка, я так люблю тебя. Прости, что была такой грубой. Все в порядке, милая. Возьмем бумагу. Выходи за него. Деревянная шпажка. Украсим стразами. Вам нужны прогулки. Папуля! Ты скоро выздоровеешь, папочка. Смотри. Мисс Хейли, я так вам благодарен. Папа влюбился в няню. Шш, малышка, не плачь. Пс, папа, пора действовать. Хейли, выходи за меня. Соглашайся, не пожалеешь. Будь нашей мамой. Ты согласна? Я влюблен в тебя. И я в тебя. Любовь победила. Заберем с собой. Оп. Снимем лепестки.
Какие нежные. Вырежем круг. Добавим зубочистки. Оплетем шнуром. Уберем лишнее. Обернем край. Наполним лепестками. Нам уже пора. Церемония начинается. Выложим путь невесте. Салют! Дети, не балуйтесь. А вот и я, уже бегу. Ах, моя красавица! Ты мое главное богатство, я твой навеки. Люблю тебя. Хейли стала миссис Рич. Откуда дождь? Из лепестков? Это мы. Кто следующая невеста? Раз, два, три. Ловлю. Ой, я слишком молодой для свадьбы. Малышке пора на крафт. Всем приветик. Розовый бифлекс. Украсим оборкой. Выберем акрил. Хочу этот. Нарисуем циферку возраста. Держи свои помпончики. Шелли очень любит папочку. Как тебе мой наряд? Моя умничка. А вот и новая мама. Вау, какая красотка. Ах, моя милая. Ух ты, игрушки. Держите, мои крошечки. Обе сестрички хотят. Киси-миси. А ну, отдай. Какие милые крошки. Можно мне игрушку? Тебе ничего нет. Не расстраивайся, милая. Папочка любит тебя. Моя дорогая доченька. Смотри, папуля. Вау, какой танец. Ты хочешь быть как мама? Та-дам! Ты идешь в школу чирлидеров. Я опаздываю на работу. Пока, милая. Я буду скучать. Я тоже. Киси-миси совсем плохо. Так дело не пойдет. Уберем набивку. Плюшевая лапка. Наполним помпонами. Добавим голову, ручки и ножки. Синельная проволока. Милая мордочка. Подарочная коробка. От папы. Малышку ждет сюрприз. Ура, уроки закончились. Как много деток. Посчитай, сколько всего ребят. Ответ пиши в комментариях. Правильно, 6. Мамочка, идем, милая. А вот и я. Родители разобрали всех малышей. Где же папа? Отец на работе. Быстрее в машину. Шелли, наконец, дома. А и что это у тебя? Какие помпончики. А я хочу рюкзак. Отдайте. Это тоже будет мое, а это мое. У Шелли забрали все игрушки. Комната стала такой неуютной. Это тебе от папочки. Он задерживается. Какой милый зайка. Папа пишет, что любит меня. Это все, что осталось у Шелли. Можно взять ведерко из-под краски. Поменяем цвет. Разогнем скрепку. Обернем фоамираном. Коробка бусин. Наденем на палочку. Синельная проволока. Получилась швабра. Удобная тележка. Время уборки. Сестрички решили поиграть. Какие опасные игры. Девочки, осторожнее. Горка. Играйте аккуратнее. Мама будет ругаться. Что за беспорядок? Почему тут так грязно? Это не я. Она. Я так и знала. Быстро убери все. Перчатки слишком большие. Как несправедливо. Шелли принялась за работу.
Скоро будет чисто. Наконец-то все убрано. Протрем цветочек. Малышка очень устала. Эй, отдайте. Пора подрасти. Плюс 9 лет. Шелли теперь подросток. Как круто. Возьмем бифлекс. Новую одежду. Отлично сидит. Пышный подъюбник. Нарисуем цифру. Тебе уже 13. Удобные ботиночки. Лалилу, мне нужна прическа. Расчешем волосы. Просто супер. Ставь лайк, если тебе понравился мой образ. Мне пора. Нужно репетировать танец. Сестрички решили испортить настроение. Как глупо выглядит. Зачем вы издеваетесь? Эй! У меня сюрприз. 3 билета в кино. Ура, кино! Это билетик тебе. А это тебе. А мне? Третий для меня. Ну, пожалуйста. Я очень хочу. А ты делай уроки. Бедняжку Шелли обложили книгами. Так тебе и надо. Идемте, девочки. Придется учить математику. Ой, что это? Билет в кино. Я тоже иду. Вот это везение. Разноцветный полиэтилен. Сделаем прорези. Обернем вокруг зубочистки. Помпоны готовы. Держи, Шелли. Я мечтаю победить в конкурсе. Куда это она? Давай помешаем. Ой, прости. Какая я неаккуратная. Все платьице испачкано. Что вы наделали? Дай 5. Я не могу пойти на конкурс. Милая, что случилось? Мое платье испорчено. У меня есть идея. Вот, выбирай себе наряд. Может, этот? Нет, что-то не то. А как вам это? Не твой размер. Эта юбочка лучшая. То, что нужно. Не забудь помпоны. Ты готова? Тогда вперед. Соревнования начинаются. Мы готовы. Шелли, ты лучшая. Как ей это удалось? 1, 2, 3. Какие трюки? Шелли выступила безупречно. Это победа! Похоже, мы прокололись. Возьмем куколку. Откусим лишнее. Добавим юбочку. Пушистые помпоны. Украсим стразами. Кубок готов. Пора награждать победителей. А вот и ваша награда. Шелли заняла 1-е место. Поздравляю, милая. Thank you. Моя мечта сбылась. Я верила в тебя, ты молодец. Сладкий приз для победительницы. Сколько подарков. Да как она смеет. Мы отомстим. Мы так рады за тебя. Улыбочку. Фото на память. Мой первый кубок. Пусть стоит здесь. Я такая молодец. Смотри, вкусняшки. Сладости Шелли. Ей ничего не достанется. Сестрички съели все. Ох, Мэри и Мэнди объелись. Мой живот. Hey. Что это тут? Вы съели мой приз? Как болит. Я выйду на минутку. По делам им. Как быстро летит время. Плюс 10 лет. Oops. Мне нужно одеться. Это подойдет? Yeah. Вырежем детали. Соберем вместе. Пышная юбочка. Новый наряд. Сделаем надпись. 23 года. Крутые ботиночки. Ну, как я вам? Hey! Сделай мне кофе.
погладь мое платье. У меня закончился шампунь. Вот список покупок. Ну уж нет, пора отомстить. Добавим краску в шампунь. Готово. Прокачаем платье. Так гораздо лучше. Соль и перец в кофе. Шампунь какой-то странный. О нет, зеленые волосы. Какая гадость. Мое платье, оно испорчено. Пока-пока. Надеюсь, больше не увидимся. Наконец-то свобода. В какую мне сторону? Навстречу едет авто. Шелли, осторожнее. Моя нога. Простите, у меня скоро соревнование. Все пропало. Алло, скорая, срочно приезжайте. Машина уже здесь. Деревянные шпажки, соберем костыль. Покроем акрилом. Розовая бусинка. Сделаем второй. Шелли это пригодится. Hello. Могу я навестить Шелли? Yeah. Проходите. Thank you. Я пропущу соревнования. Hello. Это тебе. No. Мне не нужны твои цветы. Еще фрукты. No. Это ты во всем виноват. Прости, я же не хотел. Уходи, поздно извиняться. Как заслужить ее прощение? Придумал. Эй, Шелли. Huh? Я помогу тебе. Ладно, попробуем. Yeah. Вот так, шажок, еще шажок. Осторожнее, иди ко мне. Поймал. Мы восстановим твою ножку. Хочешь банан? Yummy. Ребятам очень весело вместе. Давай, ты сможешь. Шелли идет сама. Yay! У меня получилось. Ты такая умница. Кажется, это любовь. Возьмем бумагу. Вставим в принтер. Распечатаем обложку. Здесь фото Шелли. Сделаем много экземпляров. Крошечные странички. Соберем журнал. Тираж готов. Я так волнуюсь. Наш конкурс начинается. Где же моя партнерша? Она опаздывает. Шелли, твоя очередь. Что же делать? Простите, подвиньтесь. Hey! Шелли, я здесь. Милая, что случилось? Моя партнерша не пришла. Hey! Я помогу тебе. Huh? Выступим вместе. Итак, на сцене Шелли. Hello. А вот и я, мадемуазель, вашу ручку. Шелли и Брюс делают поддержку. Как высоко. Ловлю. Та-дам! Thank you very much. Great job. Thank you so much. У нас есть победитель. Приз 10 тысяч. И новенькое авто. Улыбочку, еще кадр. А вот и заслуженная слава. Шелли на обложке журнала. Hey. Смотри, это она. За соседним столиком. Hello. Можно автограф? Oh, okay. Что это? Oh, Шелли – настоящая звезда? Кого же ждут родители? Как малыш? Good. Кто же в животике? Давай узнаем. Розовые шарики. Это близняшки. Крафтим младенца. Сменим цвет волос. Посыпем глиттер. Прошиваем нитками. Милашка Мия и ее сестренка Рокси. Твои дочурки. Thank you. Ставь лайк, если хочешь себе близняшку. Oh my gosh. Выдает. Это ваша комната. Мия, угощайся. Что случилось? Пора сменить подгузник. Нужна салфетка. Вот так. О, нет, я не успеваю. Фух. Что за шум? Привет, я гусеничка. Пойдешь ко мне на ручки? Рокси, давай с нами. Мои дочурки. Малышки любят папу. О, как ты все успеваешь? Сладких снов, крошки. Время подрасти. Возьмем малышку.
Подберем эскиз. Магия Лалилу. Прострочим на машинке. Покрасим юбочку. Вуаля! Какие туфельки! Мы так похожи. Не совсем. Украсим прическу. Побежали! Смотри, мама, папа! Погуляйте немного. А мы пока отдохнем. Построю замок. Давай вместе. Сделаем самый большой. Закрепим водичкой. Мисс, только внимание. А за мной никто не дружит. Обидно. Вау, какой красивый. Ю, у нас получилось. Поиграем в догонялки. Не догонишь. Я не играю. Давай помогу. Головка болит. Ауч. Не трогай. Есть проверенный способ приложить листочек. Мне уже лучше. Моя спасительница. Что? На ее месте должна быть я. Поломаю их замок. Вот так. Получите. Ты зачем его ломаешь? Не плачь, я все решу. Ой. Рокси, хватит. Давай играть вместе. Построим замок заново. Отличная работа. Захватим с собой. Уберем лишнее. Захватим материалы. Выберем стек. Наклеим сверху. Установим руль. Подарок для близняшек. Могу забрать? Спасибо, Лалилу. Почти все готово. Спрячу пока здесь. Сегодня ваш праздник. С днем рождения, малышки. Отлично. Ух ты, скорее открывать. Дай погладить. Отпусти, я хочу поиграть. Девочки, не ссорьтесь. Давайте пробовать торт. Загадайте желание. Вот, молодцы. Время для сюрприза. Смотрите, что у меня. Вау, самокаты. Хотите покататься? Хочу розовый. Он мой. Нет, мой. Так нечестно. Не догонишь. Бэ-бэ-бэ. Ой. Рокси забрала мой самокат. Есть еще один. Хочу розовый. Мама, мам. Что за шум? Ну и натворили делов. Раз и чисто. Что же делать? Есть идея. Возьмем баллончик, перекрасим в розовый. Даже лучше, чем у Рокси. Теперь все довольны. Спасибо тебе, мамочка. Давай, давай на перегонки. Лалилу, хотим подрасти. Лали-кадабра. Уберем лишнее. Пора сменить гардероб. Футболки. Примерите. Хорошо, мамочка. Закроем ширмой. Лалилу, помоги с образом. Окей. Положим футболку. Подберем рисунок. Прогреем утюгом. Вуаля. Наклеим стразик. Выбирай ткань. Конечно, розовый. Отрежем лишнее. Образ для милашки Мии готов. Это мой вайб. Сменим прическу. Готово. Напиши в комментариях, какой образ круче. Теперь их можно различить. Отличная работа. Близняшки такие разные. Сколько косметики. Хочешь сделать укладку? Я проведу. Ох, чего бы тебе хотелось? Как же скучно здесь. Прокачусь на скейте. Всем пока. Почти готова. Привет, Мия. Зацените мою укладку. Чекни наш маникюрчик. Такой крутой. И я хочу накрасить. Какой же выбрать цвет? Тебе помочь? Готово. Спасибо. Не разбилась. Кто это там? Лови. Оп. Хороший бросок. Может, сыграем в баскетбол? Они такие классные. Познакомь нас.
Ну ладно. Смастерим помпоны. Разрезаем ножничками. Сделаем бахрому. Вуаля! Для выступления чирлидеров. Thank you. Поспешу, мой выход. Обсудим наш номер. Okay. Не хватает группы поддержки. Hi. Вы такие красотки. Можешь нам помочь? Okay. Эдвард и Элтон. Девочки, вы лучшие! Начали! Вау, yay! Вот это подготовка! Ю-ху, сколько внимания! И я! Оп. Та-дам! Браво! Браво! Кажется, я влюбился! Мы молодцы! Это тебе! Как мило! Муа. Эй, не подглядывайте! Лалилу, нужен рюкзачок! Не вопрос. Возьмем кожзам. Сошьем нитями. Добавим шлейки. Нарисуем крылышки. Полетели. Украсим ушками. Такой няшный. Thank you. Нужна твоя помощь. Okay. Напиши за меня тест. Please. Так нельзя делать. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ты мне должна за Эдварда. What? Ладно, уговорила. Нужно переодеться. Ух, Мия, поторопись. Давай свою одежду. Получилось. А мне идет. Пожалуйста, не подведи. No problem. Кто из вас Мия? What? Ну все, мне пора. Простите за опоздание. Sorry. Садись на свое место. Прокатило. Yay. Тест вовсе не сложный. А вот и звонок. Молодец, Рокси, подготовилась. Ура, у меня высший балл. Все прошло отлично. Thank you. Обнимемся. Что? Это же Эдвард. Oh. Не может быть. Oh, неужели он с другой? Он больше не мой краш. Да ну его. Пошли. Что ты придумала? Любишь черный? Yes. Тогда доверься мне. Okay. Подкрасим губки. Готово. Nice. Теперь сменим прическу. Смотри, что у меня. Wow. Не будем медлить. Дополним фатином. Превосходно. Надеваем юбочку. Готово. Рокси в образе рок-звезды. Вау, тебя не узнает сестренка. Что-то письма с колледжа нет. А давай проверим почту. Okay. Как раз что-то есть. Посмотрим. Близняшки зачислены. Ура, мы студентки! Скорее собирать чемоданы. Этот день настал. Мы стали взрослыми. Попрощаемся с родителями. Мы будем по вам скучать. Но мы сможем видеться. На выходных и каникулах. Нам будет вас не хватать. Время быстро летит. Мамочка, мы тебя любим. Пора. Вперед! Вау, здесь вечеринка. Пошли посмотрим. Let's go. Похоже, у нас новенькие. Yeah, baby. Бросок года. И я в яблочко. Wow. Как тебе это удается? Вот бы он стал моим парнем. Так подойди к нему. А это мысль. Ты еще играешь на гитаре? Yeah, baby. Я, Мия, сходим на свидание. Oh, yeah. Как мило, ты мне тоже нравишься. Нужен букетик для моей девушки. Лалилу, поможешь? Yeah, okay. Выберем желтый. Магия Лалилу. Украшаем лентой. Завяжем бантик. Так романтично. Принимай заказ. Thank you. Я очень волнуюсь. Она уже здесь. Привет, красотка. Hi. Это тебе. Оу, это ты? Сменила имидж? Nice. Да нет, как обычно. Ты всегда великолепна. Где же Джонни? Что? Он с моей сестрой? What? Да как они смеют? Это как понимать? What? Что? Одно лицо. Oh my God. Ты как? Может, воды? Не трогай его. Он мой. Don't. Отпусти. Девочки, спокойно. Вот это разборки. Сниму в сторис. Я знаю, что делать. Ага. Всего один звоночек. Питер, срочно приезжай. Привет, Джонни. Hi. Wow.
Вау, у него есть брат-близнец. Букетик, прости за недоразумение. Пустяки. Ты мне нравишься. Выходи за меня. Мы согласны. Ура, двойная свадьба. Джонни и Питер уже у алтаря. А где же ваши невесты? Опаздывают. Может, они передумали? Что же делать? Согласны ли вы стать мужем и женой? Согласны. А вы? Yes. Долгожданный поцелуй. Скоро будет пополнение. Возьмем шарик. Уберем лишнее. Закрасим краской. Как вам? Выберите стиль. Вот этот хочу. Okay. Захватим кисть. Нанесем узор. Есть! Напиши в комментариях, какой животик нравится больше. Порадуем мужей. Мы скоро станем родителями. Интересно, кто в животике? Надеюсь, это мальчик. Люблю тебя. Ой, кажется, началось. Ой, животик болит. Как ты милая. Врача. Что же делать? Без паники, я уже тут. Посторонним нельзя. Готовы стать мамочками? Как вы себя чувствуете? Показатели в норме. Ох, мне нехорошо. Сейчас посмотрим. Помогите! Help! Не подглядывать. Какая хорошенькая. Фух, ну и денек. Ваши детки, держите. У вас мальчики. Это ваши. Thank you. Позову ваших мужей. Yeah, okay. Wow. Я стал папой. Двойняшки. Такие милашки. Yeah, прекрасные близняшки. Ты уволена. Hey. Нужно срочно найти работу. Все рассыпалось. А это еще что? Эй, куда ты? Что? Требуется няня. Это то, что нужно. Этот наряд не годится. Сейчас все устроим. Снимем мерки. Вырежем ножницами. Новое платье. Пышная юбочка. Чего-то не хватает? Наденем ожерелье. Ты точно всех очаруешь? Я немного волнуюсь. Кажется, пришли. Им нужна няня, а мне работа. Что ж, пора. Здравствуйте, вы к кому? Я по объявлению. Okay. Чудесно, проходите. Ничего себе домик. Похоже, папе нужна помощь. Посчитай, сколько всего детей у Максвелла. Папочка, почини домик куколок. Помоги мне с уроками. Я так больше не могу. Вот новая няня. Знакомьтесь, это мои дети. Мы опаздываем на важную встречу. Поспешим. Нам не нужна няня. Кукольный домик сломался. Не беда, детка. Для Лалилу это не проблема. Куколкам нужен ремонт. Выберем акрил. Блестящий фоамиран. Поставим колонны. Пришло время этажей. А вот и наполнение. Расставим мебель. Белль довольна новым жильем. Какой крутой домик. Играй, милая. Давай играть вместе. Привет-привет, я Белль. Это твоя спальня, а тут гостиная. Ну, как вы тут? О, какие вы милые. Они чудесно поладили. У нас нет времени. Идем, нам пора. Yeah, okay. Отличная мишень. Мой домик. Нет. Брайтон, так нельзя себя вести.
Я забираю мяч. Ой, кто это плачет? Что случилось, милая? Нет, не смотри. Он никогда меня не полюбит. Есть идея. Как насчет макияжа? Возьмем пудреницу. Очистим рефил. Заполним форму. Разноцветные краски. Наклеим логотип. Украсим бусинкой. Добавим зеркальце. Палетка для макияжа готова. Итак, приступим. Макияж творит чудеса. Какая красотка! Теперь у меня есть шанс. Шон – душа компании. Мой краш уже здесь. Кто это? Привет, красавица! Это тебе. Красота – страшная сила. Брайтон решил повеселиться. Лови! Ты сейчас получишь! Вывеска испорчена. Что вы наделали? О-оу, у нас проблемы. Бежим! Не так быстро. Полиция уже здесь. Пойдешь с нами, нарушитель? Стойте, не забирайте его. Мы все исправим. Возьмем восковые карандаши. Металлизированный скотч. Вытащим булавку. Наклеим этикетку. Назови цвета всех баллончиков с краской. Ответ пиши в комментариях. Ну что, готово? Держи. Нарисуем новую крутую вывеску. Пожалуй, так даже лучше. Проходите все. Я хочу купить. Я тоже. Дай 5. Сделаем распечатку. Сложим коробочку. Возьмем блендер. Немного приправы. Наполним попкорном. Порции на всех. Скорее, сериал уже начинается. Обожаю попкорн. Дети, я дома. Папочка пришел. Моя милая доченька. Места не осталось. Что ж, принесу стул. Кажется, они влюбились. Нет, он будет моим. А что если? Ты уволена. О, мой любимый. А это идея? Что же задумала Клэр? Возьмем стразик. Прикрепим к колечку. Приклеим подставку. Настоящая фамильная драгоценность. Спрячем в сейф и надежно закроем. Я знаю, что нужно делать. Пароль от сейфа. Иди сюда, колечко. Он точно ее выгонит. Что ж, приступим. Фрэн, тебя зовут в кабинет. Уже иду. Она купилась. Тут никого нет. И сейф открыт. Неужели нас ограбили? Я узнала кое-что про няню. Фрэн – воровка. Не может быть! Идем, она в кабинете. Смотри, она вскрыла сейф. Что? Кольцо пропало! Где оно? Я не знаю. Я ничего не брала. Я тебе не верю, ты уволена. Прокатила. Неужели план Клэр сработал?